Что это вы перемешиваетесь? Перемешиваться? Да. Так, давайте, вставайте, а не перемешивайте. Стол заняли, знаете. Ага, пойдем. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Добрый вечер всем. Давайте, давайте, поддерживайте. Простите, что так долго. Не начинали ничего организованного, но с другой стороны, вам ведь тоже нужно было пообщаться, познакомиться друг с другом, поесть, в конце концов, да? Сегодня никакой практически официальщины, сами понимаете, все серьезное завтра, а сегодня знакомимся. А поскольку все здесь люди адекватные, думающие, понимающие, зачем, чему нам какие-то серьезные высокопарные речи, мы знаем, зачем мы здесь, мы знаем, что мы делаем, ради чего живем и как меняем мир, правильно? Итак, во-первых, всем приветствуем на учредительном съезде политической партии МММ. Аплодисменты, мы сделали это. Это здорово. Это отлично. Давайте маленькая перекличка по городам. Здесь есть Москва, да? Ну что ж вы так тихо, Москва есть? Урал, представители Урала. Далеко друг от друга. Надоели? Устали? Хорошо. Воронеж. Омск. Томск. Сибиряки. Так, есть, да? Отлично. Хорошо. Кто еще есть? Напоминайте. Киров, да? Оренбург. Платочек привезли? Отлично. Ну и, конечно же, больше всех здесь. Кого это? Курск. Вот в этом, назовем его так, голубом шатре, сидят те самые люди, которые гостеприимно принимают вас, встречают, помогают общаться, знакомиться друг с другом. И, собственно, можно, наверное, не без скромности сказать, что Курск – это один из таких мощных филиалов системы МММ, потому что в этом городе живет и трудится, но не только в городе, а по всему миру уже один очень неспокойный мужчина, молодой человек. Зовут его Алексей Муратов, и я приглашаю его сюда начать наш съезд, нашу встречу с народом. Удалец наш молодой, который назначен у нас в партии координатором по общественно-политической работе. Избран, я надеюсь, никто не против этого. Поддержим Лешку. На самом деле, рад видеть всех единомышленников сегодня на Курской земле. Абсолютно уверен, что сегодня здесь собрались действительно единомышленники, действительно лидеры системы, каждый в своем регионе. Действительно люди, которые пришли в МММ ради идеи. Идея изменить мир. Изменить мир в лучшую сторону. Завтра у нас серьезный день, у нас пройдет учительный съезд партии МММ. Это первый шаг финансовой независимости не только нашей страны, но и всех людей, живущих на планете Земля. Все прекрасно знаете, что структура МММ развивается уже по всему миру, практически в каждой стране есть наши единомышленники. Это только начало. И в России первая партия МММ, но я думаю, что недолго этому быть, партия МММ в России единственной. Я думаю, что в ближайшее время к нам присоединятся и другие страны. Лиха беда начала. Еще раз всех приветствую. Я думаю, что у нас пройдет прекрасно и сегодняшнее мероприятие, и культурная программа, и завтрашний день, я думаю, что мы плодотворно поработаем. И всегда будем рады видеть вас у нас в гостях на Курской земле. А сейчас я бы хотел пригласить не только соратника, но и друга единомышленника Андрея Кима, руководителя системы МММ еще 2011, лидера которого знают многие. Андрей, прошу тебе слово. Thank you.
Здравствуйте всем. Я вот извиняюсь, что в таком неформальном виде. Официальная часть у нас завтра. Я порывался переодеться, но Леша меня тормознул. Мы только что с дороги. Почти. Вот, я просто поражен тем количеством людей, которые мы сегодня здесь собрались. В таком прекрасном, уютном, красивом месте. Это символично. Я хочу первый тост поднять за нашего единственного лидера, за нашего идейного вдохновителя, за Сергея Пантелеевича Мавроди. Ура! Давайте наполним бокалы и выпьем. Давайте, как это говорится по-народному, чокнемся со своими товарищами, соратниками и выпьем за здоровье Сергея Пантелеевича. Ура! Ура!